Здравия желаю. Много спрашивали, как отрегулировать лампочки, чтобы напряжение выровнялось и ток не сматывал. Вот я решил показать. Вот принес 5 лампочек разных. Значит, вот лампочку вставляем в патрон. Так. Это значит устройство для понижения напряжения. Вот оно. Вот оно. Вот ручку крутить, понижать, повышать. Вот эту ручку. Берем этот рептилоидский вот амперметр. Вставляем вот так его. Вот так. И смотрим. Вот лампочка, значит, первую берем. Не помню, насколько. А вот написано. 12 ватт, лампочка LED. Так, включаем. Включили, видите, 0. То есть потребление 0. Дальше. Крутим. 0, 0. Можно повышать чуть-чуть. Повышаем, повышаем. Пока 0. 0, 0. Вот пошло обратно. Обратно скручиваем. А сейчас уже оно раз пошло, уже надо выключить. Вот на таком, короче, на таком свете, на пол накала, в общем, можно отрегулировать. Ток не сматывает, весик стоит, и здесь вот ноль. Так, первая лампочка. Вторую берем. Вторую лампочку берем. Отлаживаем. Вот тут другого типа. Флуоресцентная. Или люминесцентная. Значит, мощность ее. Сейчас. 15 ватт. 15 ватт и 400 люминов. 400 люминов. Закручиваем. Закручиваем. Так. Опять берем этот, значит, амперметр. И смотрим. Такую лампочку. Только видите, как удалось отрегулировать. То есть она не светит, светит плохо. То есть такая не годится. А если напряжение прибавить, попробуем, она начинает брать ток из сети. То есть вот такая, вот такого типа флуоресцент не годится. Флуоресцент не годится. Вот так только, видите, как плохо светит. Плохо светит. А если сильнее дать, она берет ток. То есть такая не годится. То есть не все лампочки подходят. Теперь берем вот, значит, 5,5 ватт. Так. 5,5 ватт. Тоже лампочка светодиодная. Вот она. Горит. Сразу смотрим.
Иди ноль. Еще чуть больше дадим. Еще ноль. Пока не начнет, можно добавлять потихоньку. Пока не начнет брать ток. То есть пока разность потенциала. Вот, ток уравновешен у ней. Ток выхода с самой лампочки и ток выхода отсюда уравновешивается. Вот тут можно открутить аж вот до сюда. Вот здесь уже пошел раз назад. Все. Вот на таком она горит только. Вот на такой мощности. Тут вот ноль. Дальше. Еще у нас вот тут, значит. Две лампочки. Вот эта лампочка, значит, 10 ватт, тоже LED. Крутили. Так, тоже смотрим. Вот она 0 показывает. Тоже 0. 0. Вот так вот 0,1. Вот так. Вот так вот. Максимально ее можно вот так. То есть на пол накала. На пол накала. Дальше. Еще последнюю берем. Последнюю берем. Вот это вот. Так. Смотрим. Вот сейчас она потребляет. Добавляем. Даже можно выключить и сначала. Вот сейчас ноль. Добавляем, добавляем. Все ноль, ноль. То есть это она похуже, она, видите, как мигает. Если ее поставить вот так, она светит неровно. То есть самое лучшее вот эти две показались. Ну не потребляет. Но светит, она мигает. Также можно отрегулировать лампочки накаливания, но это уже в другой раз покажу. Там по-другому немного надо. Спасибо за внимание. Всем желаю здоровья и выполнения всех желаний. А также верить, что все получится, все будет хорошо.